Привет, друзья! Сейчас пару слов о том, как можно добраться ночью из аэропорта Анталии до автостанции Отогар. Итак, ночью у нас ходят автобусы компании «Хаваш», отправляются в начале каждого часа, и также некий автобус номер 600. Остановка автобуса компании «Хаваш» расположена прямо напротив выхода из домашнего терминала аэропорта Анталии. Вот тот самый автобус. Вот выход из терминала «Доместик». Терминал домашних вылетов и терминал номер 1 аэропорта Анталии расположены совсем неподалеку друг от друга, буквально 200 метров. Терминал 2 расположен на удалении примерно 2-3 километра. Именно из него мне сегодня пришлось идти пешком. Можно также отправиться на такси за небольшую сумму. Ночью прохладно, до автобуса целый час, приятно идти, прогулялся. Днем, конечно же, добраться до Отогара проще простого. У нас ходит трамвай, совсем недорогой скоростной анталийский трамвай, на котором можно быстро доехать до Отогара. Линия трамвая прямо перед нами, напротив. Ну вот и все, рюкзачок уже загружен. Прибыл какой-то самолет, открылись двери автобуса. Поехали на автостанцию. Так, друзья, поездка оплачена, стоит это 80 лир на автобусе общественного транспорта номер 600, по-моему, немножко дешевле, но не суть. Оплатить можно карточкой, но, естественно, не нашей, Visa, MasterCard, пожалуйста, любые. Также можно оплатить наличными в общественном транспорте в автобусе номер 600, можно оплатить только специальными билетиками. Билетик можно одноразовый купить у водителя. И также, по-моему, можно оплатить дебетовой карточкой, тоже, соответственно, не нашей Visa MasterCard. Поехали на автостанцию. Так, друзья, так случилось, что в салоне автобуса сейчас совершенно один, единственный пассажир. Что нужно учить? Автобус отправился в 3 часа 30 минут. Везде пишется, что он отправляется на начало часа, но вот имейте в виду с небольшим сдвигом. Однако, если вы едете на Отогар, это совершенно не критично, потому что первый автобус отправляется в 4 часа 30 минут. Именно на нем и поедут. Ну вот и все. Я у Отогар немножечко пройти, метров 100. Большое здание терминала. Ночью никого нет, тепло. Итак, я на автостанции. Автостанция ночью работает, можно поесть. Работают кафе, забегаловки, работают кассы компаний, в которых можно купить билет. Также билет можно купить прямо в автобусе в некоторых компаниях. Вот сейчас мы ждем. Время 4:30 отправления по расписанию. То, что у меня написано в билете, по факту сказали, что автобус будет 4:50. Сейчас осталось 10 минут, пока автобуса нет. Ждем. Ну, а вот и наш автобус, Jet Tourism. Прибыл он у нас только в 4:50. Билетик указан 4:30, прибыл в 4:50. Всегда на автостанцию уточняйте время прибытия. Лучше спросить. Схема сидений 2-1. Кстати, большой автобус. Удобно. Вот мое сиденье. Твое место. Упс. Ничего себе. Класс. USB-зарядка. Тут какие-то мультимедиа. Поехали.